Пуля вошла в боковую дверь. Вот здесь, в 2 сантиметрах от ноги Джеффа. Пуля прошла туда, к переднему сиденью. У меня голова была опущена. Я не знаю, произошло это, когда я был в машине или снаружи. Ни хрена не знаю. Не могу найти пулю. А потом пуля прошла здесь. И я получил горячий поцелуй в задницу. Одна из пуль, что мы нашли, застряла в камере Ричарда. В петакаме. В той, которую мы сейчас снимаем. Вот эта пуля. Застряла в камере, которую мы сейчас ведем съемки. И камера работает. Вот это Sony. Кровавый след. Пятнадцать лет назад я был совершенно наивным. Знаешь, у меня были идеалы. Я был посланцем мира. Ну да, да, конечно. Я был вроде как романтиком. Я думал, что все мы как один. Правда, наивный. Ничего не понимал. Я знал о войне только то, что видел по телевизору. Я знал о военных корреспондентах только то, что прочел в книжке.